Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Мої вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Далі в спецефірі Радіо НВ ми спілкуємося із польським генералом Богуславом Пациком. Будемо, власне, оцінювати те, що ми маємо на фронті, тому що це дуже важливо звіряти постійно карти із тим, що відбувається, включно із залученням оцінок та аналітики від наших західних партнерів. Насамперед, пане Богуславе, добрий день вам. Добрий день, приємно з вами поговорити на дуже важливі теми. Отже, пан Богуслав, окрім того, що він є генералом у відставці польської армії, також є директором Інституту безпеки та міжнародного розвитку і колишнім радником НАТО є з питань реформування системи військової освіти в Україні. Тож, так би мовити, людина, яка доволі добре знає наш контекст. І починаючи від цього, пане Богуславе, розпочати прагну від статті головнокомандувача Збройних сил України генерала Залужного, яку він написав для «Економіст» минулого тижня, навіть позаминулого тижня, про те, як усе йде на фронті. Там багато таких оцінок є. Направду, Залужний пише про те, що потрібно робити, аби не допустити патової ситуації окопної війни, яка абсолютно невигідна Україні. Щоправда, нас в Україні, навіть на Заході, деякі люди сприйняли це як таку патовість, як все пропало, дуже погані оцінки від Залужного, настільки, що навіть президенту України довелося виходити в пресу і казати, ні, ситуація не патова, ми робимо все для того, аби вона такою не була. Але цікаво почути від вас оцінку, якою ви прочитали цю статтю Залужного, чи була вона для вас несподіванкою, чи вона якоюсь витверезлюючою, отверезила погляд, і чи наші партнери по НАТО, з якими, вочевидь, ви маєте контакт та спілкуєтеся, вони сприйняли її як вихід, як шлях, як ключ до того, щоб Україна знайшла перемогу в цій війні? Обеими словами я хочу сказати, что я теперь не только директор института или генерал, но я тоже с научной точки зрения занимаюсь много лет разными происшествиями в Украине, войной, общественной жизнью, просто как профессор в университете, в Ягеловском университете в Польше постоянно там работаю. Что касается Украины, что касается того, что сказал генерал Залужный, никого, кто был заинтересован Украиной на Западе, это не было ничем новым. Не удивило, потому что в начале надо сказать, что оценки, которые получало украинское общество, разные с оценками западных аналитиков, если они действительно анализировали, а не только читали в прессе. Эта война отличается от тех, которые мы знаем, прежде всего, информационной стороной всего, что идет. Потому что информационная борьба и со стороны России, но и тоже со стороны Украины, имеет огромное значение. И в рамках этой информационной борьбы, которую мы понимаем, идет поддержка офицеров, солдатов, сержантов, общества тоже. И в рамках этой поддержки общество получает очень часто другую картину войны, чем она действительно есть. Что это обозначает? Это обозначает, что для меня, как аналитика, я практически каждый день выступаю или в радио, или в польском телевидении, в западных, время от времени тоже. Я сам анализирую, употребляя разные источники, включая мои собственные возможности соединяться с людьми, которые там воюют. Я думаю, я говорю про украинцев. Сегодня в глобальном мире есть возможность использовать не только то, что дает министр Ханна Маляр, что дает правительство. Этих источников больше. И теперь я перейду уже к истине того, что я хочу сказать. То, что Украина сделала несколько ошибок,
то, что Запад сделал много ошибок, это для меня, как аналитика, профессора, генерала, это ясно уже давно. То, что сказал генерал Залужный, он сказал то, что я в Польше говорю 3 месяца, может быть 4 месяца, не неделю. Потому что сначала, если мы говорим про эту контроффенсиву, да, потому что мы это слово употребляем много раз, повторяем. Это было с самого начала, с первой недели, что, что есть много ошибок. Во-первых, решение, которое было сделано, начать контроффенсиву в этих условиях, в условиях реальных возможностей, сначала была ошибкой. Но это ошибка, которую я понимаю, потому что есть политическая сторона решения и есть войсковая сторона решения. Войсковая сторона решения говорит, не начинай такого, что произошло, этой контроффенсивы, если у тебя нет огромной силы. У тебя должны быть не меньше, чем 3 раза. А некоторые современные аналитики говорят, что 9 раз больше сил сухопутных, но в сравнении с своим противником, который там сидит и ждет, он будет защищать свои позиции, у него больше возможностей, ему легче. Это во-первых. Во-вторых, не начинай, если у тебя нет определенной силы в воздухе. Это обозначает самолеты, это обозначает ракеты, артиллерия и так дальше. И таких это называется основные войсковые условия, принципы, войсковые принципы. Их не было сначала, но решение было сделано. Почему? Я не скажу ни одного плохого слова против генерала Залужного, потому что это было в определенное время, определенные условия. Во-первых, перед Вильнюсом, перед НАТО, очень важным митингом НАТО, когда все надеялись, я тоже, что будет сделано что-то на первом шагу Украины в НАТО. Надо было показать что-то. Во-вторых, что для Запада было ясно, что надо уже начинать более активно действовать. И поэтому я понимаю, что эта прессия со стороны Запада тоже имела большое влияние. И третье, что в это время, надо это помнить, много визитов президента Зеленского, очень хороших, очень положительных, с хорошим финалом этих визитов, они давали надежду, что Запад даст намного больше, чем действительно дал. И это вторая огромная ошибка, очень большая ошибка. Потому что если начинаешь такое, что было начато в июне, это обозначает, что на 100% я должен знать, сколько у меня будет артиллерии, снарядов, ну всего, танков, бронетранспортеров, но чтобы преодолеть все эти трудности, связанные с минами, там тоже не хватало очень много. И Запад, я не хочу сказать, дал 10%, 20%, 30%, но это было намного меньше, чем было обещано, или чем украинская сторона надеялась, что будет. И с той точки зрения, то, что пишет теперь генерал Залужный, он прав. Он на 100% прав. Но то, что он прав, он сказал теперь. Но для меня это было ясно намного раньше, что огромная жертва, жизнь украинских солдатов, украинских офицеров, всех, которые там погибали, это ценно, которая может не дать такого результата, на который надеялись и Украина, и Запад, и население, общество, люди. До речі, тоді про авіацію маю запитання. От очікування від західної авіації, ви сказали, що це, в принципі, недостача повітряної потужності, не лише сухопутної, але й повітряної потужності, є однією з причин того, що ми маємо зараз. І в Україні є дуже великі, знову ж таки, сподівання, що от
прилетить F-16, невідомо в якій кількості, і західна авіація зможе, ну, зробити, я б не сказав, якесь диво, але бодай прорвати фронт у якійсь точці. Ви згодні з таким очікуванням? Ні, абсолютно ні. Це наступна наїзда, ця війна употребляє інформацію і употребляє надіжду. Вона дуже важлива для українського суспільства. Чому? Потому что вы сами видите, ну, все, которые в Украине живут, они видят, что меняется. Первый период, люди из Польши, они сходили с разных строек, выходили из магазинов, направлялись в путешествие и ехали в Украину, чтобы бороться против врага. А теперь из Украины платят $3000, чтобы приехать в Польшу и продолжать работу. Что это обозначает? Это обозначает, что люди устали. Люди знают, противник тот же самый. Люди верят, что все в Украине, самая цель этой борьбы, то, что говорит правительство, это все люди понимают. И они поддерживают идею, поддерживают борьбу. Но они устали. Они видят, как много людей погибает. Даже нет такой конкретной информации в телевидении или радио, или в газетах. И это обозначает, что надо давать людям надежду. И такие надежды появляются. Придет незадолго американцы дадут нам АТАК-МС, эти снаряды, которые летят на 300 километров и так дальше. А вот будет вот это, будет это, будет это. Это дает надежду. Но надо аналитик, а я не политик, а профессор и генерал, я, во-первых, должен говорить правду, а во-вторых, я анализирую, я поддерживаю Украину, но не могу это сделать таким способом, что я буду говорить другое, чем есть. Как есть? 6 самолетов, потому что Запад подготавливает теперь 10 конкретно украинских пилотов, которые очень хорошо общаются на английском языке, ну, которые раньше уже летали на самолетах в стране, и они, я думаю, что будут незадолго готовы. Ну, что обозначает 6 самолетов F-16 на войне? Во-первых, это все выглядит, ну, похоже на эту защиту, которую подготовила Россия перед этой контрофенсивой. Все ждали, ждали, ждали. Россия подготавливалась. Когда они уже сделали эти три линии обороны, крепкие, хорошо подготовленные, с этими минами очень трудно их преодолеть. Но в конце концов мы начинаем говорить, что нам трудно. Также и с самолетами. Мы уже полгода, правду сказать, сначала говорим о самолетах. Во-первых, 6 или 10 или 20 самолетов, оно не может сделать так огромные перемены в судьбе, в том, что в этой войне, в том, что мы видим. Это будет помощь. И на 100% те, которые поддерживают эту надежду, они говорят правду. Это будет помощь. Но это не будет помощь на таком уровне, чтобы действительно это был какой перелом. Почему? Во-первых, Россия тоже смотрит, что происходит. У них уже есть самолеты Су-57, очень современные, тоже хорошие. Они их употребляют, начинается проверка, как это может быть. Во-вторых, Украина знает, я знаю, что специалисты, командиры Украины про это хорошо знают, что Россия, у нее есть время подготовить противовоздушную оборону. И они это делают. Они могут, если будут влетать в эту сферу
войны, там, где проходят бои F-16, это обозначает, что их могут к ним стрелять, может стрелять противовоздушная оборона у России со своей территории. Это расстояние настолько малое, настолько опасное для F-16, что это тоже не будет легко так свободно их употреблять. Подытоживая, могу сказать так. Хорошо, что дадут. Жалко, что так поздно. Я говорю про Запад. Жалко, что так поздно. И надо знать, что это очень сложно. Это не только самолет. Это не только пилот. Это тоже инфраструктура там внизу очень важная, чтобы он мог вылететь, чтобы он мог приземлиться, чтобы можно было координацию делать между самолетом и сухопутными войсками и так дальше, и так дальше. Это очень сложно. На Западе такое новое, чтобы ввести Польша, другие страны, которые переходили на натовскую систему, мы нуждались во времени нескольких лет, не месяцев. И поэтому с этим так трудно, так сложно. Украина функционирует в рамках войны. Это тоже очень важно. Надо подчеркнуть. Делаешь что-то, а твой враг стреляет в то же самое время. Это обозначает, что будет трудно. Я думаю, что это патовая ситуация, и она будет продолжаться с обеих сторон. И у России нет теперь возможностей таких, чтобы действительно сделать какой-то страшный шаг вперед и победить. Но и у Украины тоже, даже с помощью Запада, это будет трудно. Почему? Потому что Запад, если мы говорим про самолеты, про снаряды, про артиллерию, танки, много. Мы видим, что как это идет. Но это даже если идет, потому что помощь есть. Но в войсковых руках, если ты ведешь борьбу, ты должен это иметь. Надежда помогает, но надежда не побеждает. Побеждают конкретные люди, у которых есть возможности в руках, а не в памяти и в надежде. Пане генерал, в такому випадку, а що буде далі? От ви кажете, аналізуєте щоразу, щодня і весь час те, що відбувається. Що має статися далі? Що буде далі? Зараз вже з'являються такі повідомлення від доволі консервативних навіть політиків Заходу. Олаф Шольц, канцлер Німеччини, каже, готуємо і себе, і світ нехай готується, що війна буде дуже довгою. І, до речі, міністр оборони тієї ж Німеччини, даруйте, Борис Пістолів сказав, не виключено, що вона перекинеться далі, на Західну Європу. От що буде далі і як перемагати Україні з залученням наших партнерів? До конца никто не знает. Видно, если оценивать поведение лидеров западных стран, они уверены в том, чтобы абсолютно Украину не оставить, чтобы Украину поддерживать и помогать. Это во-первых. Но это еще не все. Надо знать, что может случиться с российской стороны. Россия идет вперед очень быстро теперь. Что касается и подготовки частей, и что касается подготовки тоже военной промышленности. И это надо знать, и никакое пиар, так сказать, то, что эта информационная борьба не помогает, если мы будем повторять только, что они уже почти готовы сдаться, а надо только ждать недель немного. Это неправда. И поэтому я думаю, что Россия знает, что Запад решил поддерживать давно и поддерживать будет Украину. И это обозначает, что и Джо Байден, и Макрон, и Шольц, и многие другие лидеры стран они абсолютно уверены в том, что будем делать так, как делали до сих пор. Но это не обозначает, что это воля их не обозначает еще
ясной ситуации, какой будет конец. По-моему, конец будет этой войны. Он появился новый финал. Я еще полгода тому назад был абсолютно уверен, что эта война имеет перед собой 2-3 года, не меньше. Промышленность Запада готовила много вещей для Украины на 2025 год, 2024 год, а это было в начале 2023, значит, 3 года не меньше. А теперь вижу чуть-чуть по-другому, потому что и Россия начинает показывать, что там тоже они устали, что им тоже тяжело. Это может быть тяжело не самой войной, у них людей много, и армия намного больше, чем украинская, но и промышленность тоже военная работает. Но экономика страны показывает, что все-таки даже если санкции не делают так, то, что должны делать, то есть результаты, и каждый месяц чуть-чуть хуже. И я думаю, что Россия тоже готова, но она не готова на такой результат, который теперь мог бы быть результатом, на который согласится Украина. Это очень важно. Так что я думаю, что на поле боя конца мы не увидим. Такая патовая ситуация будет продолжаться еще несколько месяцев, не меньше. Теперь мы понимаем очень хорошо, что 2 недели, не больше 3 недель, и война будет ждать, это очень активная война до весны, потому что Распутин делает свое, и нет способа на то, ну, кроме артиллерии, ракет, дронов, эти будут с обеих сторон. Но очень важный период – это месяцы декабрь, январь, февраль. Потому что с моей точки зрения видно, что в этом году, может быть, Россия будет намного более активна, чем в прошлом году. Это обозначает не только удары по энергетике украинской, по инфраструктуре, то, что Украина проходила, и выиграла этот бой, страшный бой. То, что делала Россия с энергетикой, украинская была на Украине очень трудным. Это было нелегко. И надо действительно смотреть с огромным уважением для всего, что сделали украинцы во время войны и после войны, потому что результаты того, что было, видны еще в этом месяце, еще много работы. Зима может быть очень важная и трудная для Украины, потому что, с моей точки зрения, Россия сделает теперь все. Она чувствует, она видит, что это 5 минут теперь для России. Нет сил уже в Украине таких больших, какие должны быть, чтобы преодолеть то, что делает теперь Россия. Россия чувствует, что это время. Россия, ей цель в этой войне на 100% невозможен, чтобы достигнуть того, с чего Россия начинала. Потому что цель Украины — это была вполне целая Украина, цель России — это была Украина. Но Россия, по-моему, условие, которое появится незадолго, это будет восточная территория Украины. Думаю, что пане Богуслав, больше, я перепрошую, Крым, що вас перериваю, просто у вас зависла картинка. От якось не бачу я ваше відео. Теперь, можете попробувати переключити відео? Ще раз подключиться. У вас просто з інтернетом була якась негаразд, картинка зависла, знаєте, а зараз вже все працює. Да. Ще раз, да? Да, можемо продовжити. Ну, спочатку, то мається на увазі, коли дзвінок перервав, після того. Я думаю, що во время цієї зими буде трудно очень. Ну, первая причина – это температура, это нормальные условия. Но с той точки зрения, там уже много и генераторов, и украинцы уже знают, как
но помогать друг другу, как защищать жизнь и как выдержать эти 3 месяца. Но все зависит от возможностей, связанных с этой инфраструктурой. И поживем, увидим. Трудно сказать, как это будет. Но следующий год, весна, когда она, если дойдет до весны еще, я думаю, что и Россия, и Украина будут с каждой недели более обе страны готовы к тому, чтобы сесть за столом и начать мирные разговоры. Тем более, что будущий год – это тоже выборы в Соединенных Штатах Америки. Многое зависит от Америки, потому что Запад, Западная Европа, она смотрит, что в Вашингтоне, как там идет, как они это оценивают и что они намеряются делать. Европейский Союз сдал экзамен, абсолютно сдал. Помощь Европейского Союза выглядит лучше, чем Америки, чем США. Хотя мы все время говорим только о США. Но самый Европейский Союз – это мало. США политически, с войсковой точки зрения, оружие и так дальше – это самый важный актер. И мы тоже смотрим, а как там в Америке? А в Америке проблема, потому что появился Израиль, появляется Газа, Палестина и так дальше. И там война расширяется. Там видно, что она может продолжаться тоже на несколько лет, а не месяцев. Если так будет, это плохо для возможностей Америки, чтобы на том же самом уровне поддерживать и Украину, и Израиль. Израиль важная страна для США, для Америки. Мы это знаем. И хотя я не думаю, чтобы Америка перестала поддерживать Украину, это не только эта помощь, связанная не только с сердцем, не только с пониманием, что надо помогать, а тоже с интересом. Интерес Соединенных Штатов Америки ослабить Россию. И она не ослаблена еще так, чтобы Америка могла тоже сказать, хорошо, мы уже дошли до этой цели, и надо идти, может быть, домой. Нет, это еще не так. И с той точки зрения, я думаю, что в следующий год, первый, когда действительно есть возможность, что это будет конец войны. Тобто це от якраз на завершення хотів уточнити. Ви казали, що зараз схоже на новий, що може бути новий фінал. Ви говорите про переговорний процес наступного року. За вашою думкою, це може бути наступного року? Так, дійсно так. Ну що ж, на тому поставимо 3 крапки, тому що, вочевидь, ще дуже багато змінних. Ви слушно сказали, пане генерале, що ми дуже багато чого ще не знаємо. Я сподіваюся і вірю, і думаю, що ми зможемо з вами через деякий період часу знову розкласти карти на стіл і подивитися, приміряти, що ми маємо, як далі може все рухатися. Наразі я вам дуже дякую за те, що доволі реалістичні оцінки ви надаєте, друзі. Це був генерал Богуслав Пацик, директор Інституту безпеки та міжнародного розвитку з Польщі. Ще колишній радник НАТО з питань реформування системи військової освіти в Україні. І як ми чули від генерала Пацика, що він постійно стежить, спілкується, аналізує все те, що відбувається у нашій країні. Зрештою, цим ми і займалися в межах нашого ефіру на хвилях радіо НВ, а також на YouTube-сторінці. Залишайтеся з нами, мене звати Василь Пихньо. На все добре та до нових зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.